Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Ранний доступ, задание дня. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Спартак из колоды нападения бобов-амфибий без проблем справляется с колодами, в которых есть много приемов. Разместите его на ландшафте планеты винограда, чтобы вытянуть массу карт. Слушай-ка, по-моему, это моя любимая колода сейчас будет. А, мы играем за каротин. Так, ну что же. Ладно, я, наверное, пока вот так оставлю. Вот с этим нужно разобраться. Мы прекрасно все знаем. Вот ты жук, а. Так, что у нас здесь? Шаманство растений стоимостью 2. Блин, неужели... Ну... даже не знаю, что сделать. Как лучше сделать. Ну, давай, давай, давай. Сделаем так. Уничтожает, ага. Так, ну мы в лобешник сразу же. Двоечку, да, прописываем. Так, понижает атаку. Но мы все равно, ребята, нанесем урон. Так, грубо говоря, мы пока идем на равных. Ага. Но он все равно будет свои заклинашки делать. Тут понятное дело, друзья. Что нам тут? Во, 2-6, отлично, ребят. Ставим сюда вот таким вот образом. Ты гляди-ка, он ничего не стал делать. Хм. Окей. Давай-ка я вот так тогда сделаю. Шаманство двух способностей. Так, прописываем еще в лицо. Прячет в нагробе. И еще в лицо. Угу. Ну что ж, теперь самое интересное будет. Давай посмотрим. Блин, жалко, что защита, конечно, работает. Что он там? А он почему-то сюда делает прочерк. Еще и вирус. Еще у него защита сработает. Понимаешь? Так, будет тратить? Нет, он не стал почему-то, ребята, тратить. Ну что ж, допустим. Хм. Шаманство корня. А давай-ка я вот сюда поставлю. Замечательно. Пошел добор у нас. Так, ландшафтик мы этот с тобой поменяем. Нечего ему тут делать. Ох ты. Ох ты какой, а. Ты посмотри. Так, друзья мои, давайте вот так, наверное, сделаем. И вот так. Погнали. Пускай он там сейчас карты свои будет. Давай, в лобешник. Жалко, жалко морковку, да? Он прокачивает все свои там карты. Ну что, друзья мои, пора переходить к плану Б. Раз. Дальше мы с тобой сделаем два. И по итогу нам надо сделать, наверное, еще и вот так. Поехали. Вирус. Сейчас они вдвоем как начнут тут наяривать ему. Первый пошел. Жалко, у него, конечно, сработает сейчас. Ты понимаешь, что у него сработает защита. А больше он не стал применять. Окей. Да, вот здесь, конечно, немножко грустно. Обидно получается, но да ладно. Как ты понимаешь, идет офигенная прокачка. Ну, а мы с тобой погнали дальше. Угу. Ёк-макарёк. Вот это вот удача. Угу.
Смысла нету, да? Поехали. Ты смотри, опять он делает вирус. Давай в лицо ему. Ну да, 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 прокачивает. Так, только не говори, что у тебя сейчас еще сработает защита. Будет применять, нет? Не стал. Ну что, тогда? Тогда тебе крышка от нашего грибка. Да, ребят? А там хоть запрокачивается пускай. Бездарь. Ну что, ребят, все отлично, все нормально у нас получилось. Практически моя колода была здесь сыграта. Нормальненько. Так, разыграйте 3 ореха. Нанесите 20 единиц урона бессмертий и выиграйте так игру с солнечным героем растений. Ну что же. Написано было, расставьте 3 ореха. 3 ореха, это значит, мы с тобой должны сыграть за ореха. Логично, да? Чтобы поставить 3 ореха, ты сыграй-ка за ореха. И орех у нас будет вот такой. Поехали. Никто не дает гарантии то, что мы здесь выиграем. Это я тебе с полной ответственностью говорю. Так, 14 уровень, разгром. Угу. Ну, даже не знаю, ребят, что-то как-то уж слишком круто. Давай, наверное, так сделаем. И вот так. Блин, давай так поменяем. Не очень хорошие карты, если честно, ребята, нам выпали. Да. Ладно. Будем получать звезды. Отхил у нас есть, так что я думаю, захиляться мы успеем. Главное удержать разгрома. Если мы его удержим в районе где-то 14-12 хп, то все будет хорошо. Так, вот это вот уже, ребята, плохо. Сумоист, наверное, у него там, да? А, нет. Окей. Сейчас кого-то сюда поставит. Ха. Так, только не говори, что у тебя... Что у тебя на животных все идет. А будет интересно, тратить он что-нибудь или нет? Нет, он не стал. Жалко, конечно, мне сладкий перчик этот. Блин, а вот сейчас вот у нас могилка появилась. Могилоед. Серьезно? Погнали. Ну, допустим. Повелитель крахмала нам выпал, да? Так, ну эту гадость мы с тобой сразу уничтожим. Или как лучше нам сделать? Или пропустить? Хм, даже не знаю. 2 и 3, 5 получается, да? 2 и 3 получается 5. Давай я, наверное, сделаю вот так вот. Ага, все, я тебя понял. Тогда мы еще с тобой сюда поставим ягоду. Ну что же, поехали. Этого, наверное, он уничтожит в следующий раз. Угу. Ха-ха-ха. Я тебя понял. Давай так сделаем.
Пим-пим-пим-пим, да? Так. Ягоду ясен перец он уберет. Поехали. И по итогу, что у тебя там? Восстановление здоровья, да? А, вот так вот даже. Понял. Угу. Все замечательно. Опачки. Что он делает, а? Посмотри. Так, я предлагаю 5 и 7. Значит, сделаем... Или бомбануть и взять защиту. Ну давай так вот сделаем. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так, интересно, у него есть камень? Валун, наверное, есть. Посмотрим. Опа. Сюда встанет. А, вот так ты сделал. Интересный вариант. Да не будем пока тратить. Слушай, по-моему... А, нет, сработает защита у него. Оу-хо-хо-хо, ребят. А, кто мне выпал? Посмотри. Ну чё, выставляем, да? Да посмотри, что вытворяет, а. Так, короче, сделаю вот таким вот образом. И вот так. А здесь мы сделаем... А здесь мы сделаем вот так. Он сдался. А здесь он сдался. Так, а орехи мы с тобой отыграли, которые нам надо было отыграть. Так, мы перешли на следующий ранг. Да, ребята, даже два задания выполнили. Окей. У нас еще задание. Нанесите 20 единиц урона бессмертия, да? Так, ну что, переходим с тобой на бессмертию. Блин, я за нее играть не умею. О, ты что сделал? Ёк-макарёк, я забыл ребят поменять. Ё-моё. Ты не представляешь, я просто забыл поменять ребята на бессмертию. Давай добор сделаем. О-ля-ля. Вот такие пироги. Ну, на чем Роза у нас играет? На хилах? Или на заморозке? М? Как вот ты думаешь? Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Давай сюда поставлю. Опа, начинается с подсолнухов. Поехали. Подсолнухи, подсолнухи. Давай так теперь. Ага, минус 2, окей. И вот так он делает, да? Так, ну ландшафтик мы сюда забросим. Поехали.
Замечательно. Пятерочка, пятерочка, пятерочка. Так, подожди секундочку. Ну что он там превратит, как всегда, в этого, да? Угу. Блин, как тут лучше сделать-то? Давай так вот сделаю. Арбуз. Пум-пум-пум-пум. Да, ребята. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзья мои. Поехали. Арбузик, арбузик, арбузик. Так, ладно. Так, давай, наверное, вот так вот сделаем. Опять арбуз. Поехали. Ага. Слушай, по-моему, у него замораживающая колода. Ну, мне так кажется, по крайней мере. О, два арбуза. Ага. Ну, давай я вот этого заморожу. Так, а здесь что мы сделаем? Ну, давай вот так вот его превратим в кого-нибудь там. Кто у нас выйдет? О! И вообще идеально. Угу. Так, дальше идем. Я вот так вот поставлю. Ну и хорош пока. Пока хорош. Так, не забывай, что у него есть превращение в козла. Превращение там в слабое растение. У него даже кабачки есть. Угу. Итого 5 хп мы оставляем. 5 хп, 5 хп. Давай сделаю вот так вот, наверное, и вот так. Он уничтожает зомби, окей. Поехали. Бэмс. Ну, превратит, превратит. Я знаю. Да, а, заморозку делает. Упс. Давай сделаю вот так вот. И ты думаешь, это тебе поможет? Ой, ошибаешься ты, парнишка. Ой, ошибаешься. Да как очень сильно. Так, ну что, давай, наверное, вот это уберем отсюда. Ну и все. Вот и все. Ну мне-то надо было не эту колоду разыгрывать, а эту бессмертию. Надо было за бессмертию играть. Так что, вот, бессмертие. Давай смотреть, что у нее там. Хм. В плане, подожди. А...
А что такая очень странная колода, друзья? Не дать возможности хиляться, это против хилов, что ли, у нас? Чё-то... Такая своеобразная, если честно сказать, колода. Я даже не знаю, почему именно вот такая вот. У меня ландшафт-то есть вообще хоть здесь? А, один есть. Ладно, давай попробуем. Ребят, ну, сами видите. Сыр-бор получается у этой бессмертия. Но мне нужно нанести-то сколько там? 2 урона? 20 урона, по-моему, да, всего лишь? Да. Там галимая отсебятина, не знаю. Сейчас будем как-то пробовать. Тем более против нас... Тем более против нас идет бабах. Вот такие вот пироги, ребят. Посмотрим, есть ли у него минка. Нет, у него орех. Интересно. Бабах на орехах. А почему бы и нет, да? Давай так сделаем. Ой, что ты вытащил, господи. Ну ладно, вдруг оно нам пригодится когда-нибудь. За орех он ставит кактус. Что-то мне... Что-то мне до боли знакомо это все дело. Что-то мне до боли знакомо это все дело. Ну давай я вот так вот сделаю. Просто хочу проверить. На пузыре, конечно, он может убрать его тут, понятное дело. Ага, значит, он подобьет. Ладно, у нас на следующий ход есть с тобой. Сам понимаешь, да? Ракета. И именно ракетой мы с тобой будем подбивать эту грушу. Так, ракета у нас стоит 3. Поэтому ничего пока не делаем. Давай, 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 прокачивай там, бери, что хочешь. Пошел добор делать, интересно. Банан, да, взял? Так, ну ладно, этот мы с тобой уничтожим. Фрукт. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Давай посмотрим, кто здесь, по крайней мере, вылупится у нас. О как. Поехали. Так, будет прокачиваться. Угу. Пам-пам-парам-пам-пам. Ну что, я не знаю, наверное, вот так вот сделать. Или как? Или вот так вот. Наносит резинс урона. Смотри-ка. Допустим. Угу. Обменялись, грубо говоря, да? Поехали. Так. Итак. Опять орех. Давай, хорошо. Так, 2 бойца у нас на пятерочку. Шикарно. Ну, давай я, наверное, блин. Давай сделаю вот так вот. И вот так. Орех.
Значит, доборчики у нее есть, да, получается? Угу. Погнали. Что мне тут сделать? Ну, я так вот, наверное, сейчас сделаю пока. Ага. И горячку ставит. Все? Так, смотрим, думаем. Так, горячка тратится, понятное дело. Этот у меня еще выживет. Кактусик. Поехали. Вот оно что, да? Давай сделаю вот так вот. И, пожалуй, вот так. Ага, смотри, что делает. Смотри, что он тут делает. Поехали. Такс. Сюда поставим ландшафт этот. Ну, понятно, понятно. Кстати, он может на пузыре его убрать куда-нибудь. Нет, он никуда никого не убрал. Опачки, Йетти появился. Слушай, ну это вообще замечательно. Так. Угу. Орех. Ну и все. Пум-пум-пум-пум. Так, три в лицо неохота получить, поэтому давай вот этого мы здоровый. Зачем я на него? Его бы все равно был. Ладно, фиксим, ребят. Поехали. Ты просто три в лицо-то. Так, мы улетели. Мы обещали вернуться. Давай вот так вот сделаем. Пам-пам-парам-пам-пам. Прикинь, у него кто-нибудь на воде будет. Вот будет финиш, друзья. Ты серьезно? Давай их отсюда нафиг уберем, наверное. Угу, срабатывает защита. Ну и что ты там сделаешь? Что ты сделаешь? Скажи мне на милость. Смотри-ка. 3 единицы урона все-таки нанес. Забот. Ну, сейчас выставит орехи свои, допустим, да, сюда-сюда. Ну, а мы выставим зомбота и все. А, я хожу. Давай я сделаю вот так вот. И вот так вот. Будет он свои орехи-то выставлять или что? Угу.
ты гляди, а. И все. Опа. Так, ребят, хорошо, что у нас есть вот такая штука. И только она нас спасет. Поехали. Угу. Все. А прикинь, не было бы. Он бы мне бы как дал бы 2-3 в лицо, и все. И пиши, пропало. Ну что, я нанес нужное количество, да, там урона. Да, конечно. Прекрасно. Так, ну что, давай перейдем, наверное, с тобой. Попытаемся перейти на 27 ранг. Так, выберем. Кого нам выбрать, а? Давай за грибок сыграем. Эх, грибок, грибок ты мой. Ай, не птусь. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, не птусь. Ничего себе мы тут наполучали. Так, ладно. Поехали. Конечно, это плохо, что все на первом ходу. Тратим с тобой элиту, так сказать. Угу. Ждем ландшафт, друзья мои, ждем ландшафт. Так. Что он там делает? Ага. Ну, судя по всему, он догадался, да? Судя по всему, он догадался. Ты смотри. Окей. Так, давай смотреть. Опа, рикошет. Ну, я его не буду рикошетить, ребят. Так вот, да? Так, ну что? Давай я, наверное, сделаю следующим образом. Вот так. Далее. Вот так. Посмотрим. Угу. Аэрозолька. А здесь... Заморозка, да? Только кого он будет замораживать? Его. Окей. Ну, а вот это уже плохо. А вот это уже плохо, друзья. Так, ну что же. Поехали, наверное, да? Потихонечку. Такс, 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 такс. Подожди секундочку. Кого бы нам тут? Ну, наверное, вот этого убрать лучше. Как по мне. Ага, ладно, все, поехали. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн. Ну, допустим, так. Ха-ха, прячет всех, понял.
понял, что он делает? Давай так, наверное, сделаем. Что, летучую мышь будешь на воду ставить, да? Ну да, своего не того. Своего Нептуся, так скажем. Так, мы можем его, наверное, убрать отсюда. Чертовой бабушки, да? Сделать вот так вот. Блин, он 3 энергии стоит. Поехали. Будет понижать, наверное, атаку здесь. Угу. Этих тут еще прокачивает, понятное дело. А, он думает, кого убрать. Он думает, кого убрать, окей. Ну и этот, да, появляется. Все, поехали. Звезда. Все равно он не угомонится, да, я так понимаю. Он никак не угомонится. Давай смотреть. У него энергии дофига. Сейчас, ребята, может тут. О, как. Бумс. Ну, здесь, конечно. Угу. Давай посмотрим. Так, если мы нанесем ему... Прячет всех в могилы, да, значит? Так, естественно, он уберет его. Понятно, ребята, дело. Он его скинет. Давай, наверное, сделаю так. Угу. Теперь сделаем вот так. И сделаем вот так. Поехали. Ну и кого ты отрикошетишь? Ну, естественно, звездочку. Так, рикошет случайного. Убери вот этого. Спасибо. Бамс, бамс. Так, давай, давай ему в лицо. Ну куда ты бьешь, ну господи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, друзья мои, делаем? Так. Опять неправильно сделал. Да, господи, ну чё ты вот... О, ну, баса сделал, ребята, я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, сам виноват. Мне надо было вот этого, вот ставить вначале этого, потом ставить бобы, потом звездочку. Но лучше не придумаешь, ребят. Лучше не придумаешь. Вот это я сейчас фейлился. Ёк-макарёк. Да. Не знаю, была бы там возможность, конечно, выиграть или нет, если честно, но... Шансов, наверное, было маловато, конечно. Может быть, даже вообще не было, но я попытался. Ох ты, заморозок. Ух, я тебе говорил, что он не очень часто нас посещает, этот заморозок. Естественно, со своими заморозками, ну, замораживает землю, это, конечно, круто. Нам нужно с тобой поставить вот этот ландшафт. По возможности его сэкономить, чтобы его не... Распетрушили.
Интересно. Что ты там задумал, а? Интересно, у него, он наверняка на заморозке, ребята, все замораживать будет. Ага, он лишил меня возможности атаковать. Угу, это плохо. Это плохо, ребята. Давай сюда ландшафт поставлю. А он меняет. Так. Ага. Ну что ж, давай сделаем так. Сделаем вот так. Так, у него... Угу, у него безумие, да, получается? Сделаем вот так. И сделаем вот так. Поехали. Он будет пиратов своих добирать, понятное дело. Да ёпрос, это, блин, в защиту в эту... Бесит вот это. Не дай бог сейчас вот это уберет. Ну, грипп, ладно, не так страшно. Ну, то, что защита сработала, блин, это прям бесит аж. Так, смело можно ставить сюда. Да, получается? Потом вот так вот. Этого, наверное, уберем. И поставим вот так. Давай смотреть. Ага. Но не забывай, что он может заморозить. Заморозить землю. А, нет, он все растения на земле получает минус один, минус один. Окей. Замораживать здесь. Допустим. Поехали. Угу. Погнали. Ага, рикошетик мы с тобой добыли. Уже повеселее стало. Убивает, да? Ну, что я могу сделать? Ну, убил и убил. Прокачивает здесь. Мода у них пошла, ты смотри, а. Вот у них мода пошла. Так, заморозка всех растений на земле. Давай, делай. Я знаю, что ты будешь именно так делать. Оу, получай 2 плюс 2. Ну, вот его, значит, в первую очередь и уберем с тобой. Да? Или как нам лучше сделать? Да, его и уберем. Иди отсюда. Все, погуляй. Погнали. Все, ребят. Нормально было, да? Ну, я считаю, что неплохо. По крайней мере, гриб за себя отомстил. Так, а нам нужно еще, да, звездочку, получается, выиграть. Ранг-то мы сегодня получили. И я еще удивился, почему у него не было заморозки всех растений на земле. Блин, разгром, а. Вот тебе-то тут, блин, не хватало, а.
Надеюсь, ты там не на гаргантулоках будешь играть. Нет, друзья мои, не на гаргантулоках. Ладно, зато спортивная колода, как я могу понимать. Угу. Че, друзья мои, проверим на вшивость. М? Проверим. А, у него уже прокачка безумия сейчас наверняка будет. Вот тогда будет плохо. Нет? Блин, все-таки безумие, ребят. Все-таки безумие. Так, этот ландшафт надо менять, желательно срочно. Иди-ка ты знаешь куда? Ну что, уничтожаем с тобой этого ханурика. Оу-оу-оу. Да, нет, ребят, не уничтожили. Прокачал. Ты смотри, 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 что это творит, а. Смотри, что делает, а. Поехали. Ну тут, наверное, фейлимся мы, я так понимаю. По полной программе, причем. Так-с. Давай сюда, наверное, влепим. Допустим. Ну с картами-то у него беда ведь, беда. Блин, сейчас тренера поставят, все, можно сразу сдаваться. Ну, можно и так. Можно и так. Давай сделаем такой вот. Блин, я не знаю, ребят, что у нас тут получится. Ну, ничего хорошего, это явно. Это выбираем отсюда. Все, пока. Пока все. А вот дальше что там делать, а? 5-5. Так просто не взять. Оу-оу-оу. Погнали. Так, этот срабатывает защита, да, по идее должна быть. Ну, не знаю, ребят. Проверим. Ну, а что, у меня другого, ребят, выбора нету все равно. Еще не легче. Угу. Давай вот так вот сделаем. Он этого тоже перетянет сюда? А, все, ребят, доигрались. Да, вот этих вот не было ни одного фруктового микса, к сожалению. И опять мы с тобой спали. Ну давай вместо гриба попробуем тогда сыграть за зеленую тень. Может быть, с ней быстрее мы бустанемся, так сказать. Так, 24. Некрозис. Погоди-ка, а с какого перепуга этот у меня в колоде делает? Не понял юмора. Блин, я опять не то взял, да? Добор, и сейчас будет его прокачивать, я так понимаю, да? Ну, нечего мне поставить пока, ребят, нечего.
Сейчас будем смотреть. Угу. Вот он что делает. Секешь фишку? Погнали. Да на тебе. В бубен. Да-да-да, идет прокачка. Интересно. Интересно, друзья мои, получается. Ну давай. Пускай тратит там свои заклинашки. Я знаю что? Чё? Ты, блин, серьезно что ли? Давай так сделаю. И вот так. Только не говори, что у тебя еще сейчас будет вот эта аэрозоль. Не надо мне вот этого. Это же тоже прокачается, да? Он же прокачивается за счет смерти зомби. Ну что, ребята, у него есть? У него есть понижение атаки, да? Ты смотри, а! Ты смотри, что он делает, друзья мои. Хо-хо. Давай-ка мы с тобой вот эту чувырву отсюда уберем. Кого же ты мне убрал, а? Угу. Да блин. Давай вот так вот сделаем. Сейчас понижение атаки сделали, да? Ну вот как, ребята, можно так играть, а? Ладно. Дожить бы, главное, вот до этой штуки. Так, вот шаман свой берет. Еще вытягивает две карты. Еще и вирус вешает. Ну, трындец, ребят, короче. Тут уже, короче, трындец полный. Не та колода, ребята, вообще не та. Это... Погнали. Ну а что еще делать? Вот больше нечего, ребят. Я в шоке. Я просто в шоке. Ну и чё? Чё мне это даст? Мне это ничего не даст абсолютно. Гаргантюашек там нахапал, да? Нахапал. Да, тень, вот тебе и остается только вот кулачки свои обсасывать. Поехали, короче. Сейчас, секундочку. Ну и, блин, и чё? Ну это же тупизм, ребят. Я тупизм просто сейчас сделал конкретный. А другого варианта нет. Вот где вы были, бобовые, блин? Вот скажи мне, где вы были, а? Не знаю, где они были. Но тут все понятно. Какого вот этот росток? У меня не было в колоде ростка.
Ну-ка. Вот она, моя колода. Вот она основная. А то я вообще не знаю, что за... Так, подожди, опять, да? Все, вот... За нее, по-моему. И как-то надо называть их, блин, чтобы не путаться. Там вообще, ребята, экспериментальная была. Ну вот, что-то уже. А то там какие-то стручки понавыпадали, какая-то бредотня. Ну давай, что ты там думаешь? Ну давай, так, поехали. Будем потихонечку приступать. Ставить на дробие. Кого он туда хочет, интересно, ныкать? Угу, у нас есть ландшафт. Я не знаю, там, может быть, сумоист какой-нибудь. Может же быть такой, ребят? По-моему, может. О, 2-4, нормально. Пошла прокачка. Блин, у меня нет слов просто. Вот, ребят, вот нету слов. Постоянно в эту вшивую броню ему залепляю. Постоянно, вот сколько уже проходит все это. У меня нет слов, ребят. Никакой ему нафиг прокачки я здесь не позволю делать. Пускай я хоть что тут делает. А, он сюда хочет бомбануть? Ну, бомби. Странный какой-то типок, ладно. Угу. Так, окей. Что мы делаем? Мы делаем следующим. Так. Так. Ну, естественно, ну... Ну как же, блин, ему в броню? У меня ни одного раза броня не сработала. У него 1000 раз сработала, ребят, уже. Понимаешь? Идиотизм полный, блин. Что я тебе могу еще по этому поводу сказать? Давай, поехали. Я в шоке. Сейчас у него еще, ребят, сработает броня, ты посмотри. Я офигею просто вот с этого дебилизма, ребят. Я просто офигею. Да. Я... У меня нет слов, короче. У меня нет слов, одни эмоции, ребят. Как тебе такой раскладик? Нормально? Вот и все. Все ему в защиту просто слил. Все, у меня ни разу защита не сработала. Вообще ни одного, ребят. Не, я, конечно, понимаю, что он этого олуха взял, который не наполняет мне шкалу. Бонусную атаку влепил там, все это. Ну не так же... Так, подожди. А, ну все, в принципе, это нормально. Что-то растение вы у меня обделываетесь по полной программе. Давай попробуем орехом. Я не знаю, ребят. Думал, одна-две игры максимум. Видишь, скатился до самого не хочу. И что-то кашель достал меня просто в корень. Голова болит, все болит, блин. Ну что тут? Я не знаю, ребят. Давайте, наверное... Ну, так оставим, что ли. Опять же, ничего нормального нету. По ходам именно. Если посмотреть. Третий ход, фиг знает, до него еще дожить надо. О, начинается веселуха, да? Ладно. Пока ничего не будем делать, пускай они там атакуют. Восстановить здоровье можно, восстановить его успеть. Тем более, когда у тебя даются вот эти вот за ноль хилочки. Нормально. Угу. Давай там что-нибудь делай, выставляй, я не знаю. Поехали вот так вот сделаем. А что там вытянешь? О,
Нормально. Смотри-ка, прокачку делает. Прокачечку сделал. Такс. Даже вот так вот. Интересно. Но я думаю, надо вот этого бомбашить все-таки, в конце концов. Давай сделаю ее так. И вот так вот. Это прокачивается, нет? Нет. О, видишь, уничтожает растение. Окей. Потихонечку играем. Так, готовимся к защите. Друзья мои, выпадает мне ландшафт. Ох ты. Вот это да. Но опять же, дожить до него надо. Мы играем неспешно, да? Зомби здесь получает. Ребят, хорошо, что я не успел поставить ландшафт сюда в тот раз. Это большой, огромный плюс. Ага. Давай-ка я сделаю вот так. Ну и надо, наверное, просто... Да ничего пока не надо. С ума ест. Так. И так. 4, 1. Ну, поехали, короче. Так. 3, 2. И поехали. Блин, защита сработает сейчас, конечно, у него. Ну, а фигня все это. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Да и все, пока. Кто там у него? О, ландшафт убирает. Ха-ха. Отлично. Ну, допустим. Ну, срабатывает, естественно, защита, ребят. Восстанавливает себе 6 здоровья. Угу. Ну и все. Больше мне здесь делать нечего. Все, да? Девять энергии, ребята. 9 энергии. Что, шлепнем сюда, наверное, все? Или как? Я сделаю вот так, наверное. Угу. Короче, он сдался. Ну, вот здесь бы ты прекрасно понимаешь, какая колода бы зашла бы. Алоэ, которая
хилит, помидоры, которые дают тебе там дополнительное здоровье, еще за счет этого прокачиваются. Это да, тут не поспоришь. Но мы с тобой взяли не алоэ, а мы взяли с тобой супер-пупер кукурузу. Кстати, которую я не увидел почему-то в нашей колоде. Ой, блин. Ой, ребят, что-то не могу. Этот кашель запарил. Простыл, друзья. На таблетках сижу, очень тяжело. Башка болит, гудит. Может быть, из-за этого очень плохо соображаю, что здесь, как лучше сделать. Ну, как говорится, хорошему танцору знаешь, да, что мешает. Опять же, не очень удачная рука у меня. Угу. Так. Я думаю, размениться не стоит на этого зомби пока. Да и нечем. Ягоду можно в следующий раз поставить, но опять же, кто даст гарантию, что у него нету... Скажи мне, я скажу. Шара. Так, ну теперь, вот теперь можно спокойно выставлять, ребят. Потому что энергии у него ноль. Даже если он захочет уничтожить его валуном, то это ему только через ход. Так, ты не говори, что у тебя там тренер где-то заныкан. А то ты... Тут ты меня очень пугаешь. Давай я так сюда поставлю. Ты меня этим пугаешь. Слушай, а если он в защите? Мы, например, вот это ставим. Он пробьет защиту или нет? Так. Ты смотри-ка, не сработал щит-то. Так, и смотрим. Если сейчас выйдет тренер. Хотя он может этого и бомбануть. Хи-я, с локтя этого своего, да? А валунчик у него 100% есть. Угу. И удар, наверное, есть. Хотя у него есть вот самое обидное, когда у тебя полное здоровье. Оу. Оу-оу-оу, парнишка, вот это вот... Это вот не надо делать. Иди отсюда, погуляй лучше. Поехали. Бэнг, срабатывает защита. Это мы с тобой прибережем. Так... Тренер, где-то должен быть, ребята, тренер. Это не тренер. Добор карты. Ну что, если он всю энергию потратил, в принципе, ребят, то нам это только на руку. Нам это только на руку. Мы можем даже немножечко... Так, а что мы можем? Мы можем спасти... Наш цветочек, да? Вот таким вот образом. Пускай он здесь стоит. Пускай он думает, я не знаю там чем. Блин, я жду ландшафта и... Как ты понимаешь, я его что-то не вижу. Ландшафта-то. Ну, там, наверное, сумма есть у него спрятан. Или же... А кто еще может быть на спортивной колоде? Я, честно говоря, не особо помню. О, как. О, как он сделал. Давай я поставлю сюда горячку. Пам-пам-пам-пам-пам. Да и, наверное... Или как? Или как? Давай я, наверное, восстановлю себе чуть-чуть здоровья. Оу-оу-оу-оу. Ты глянь. Ты смотри, что вытворяет, а? Мелюзга. А, и сумоист у тебя еще здесь. Так, он, наверное, крахмал туда откинет, да? Да ладно, а что этого-то? Не знаю, ребят, почему именно этого он решил туда выкинуть.
По-моему, это караул для него. Или для меня. Одно из двух. Хорошо, что не было ландшафта, да? Конечно, хорошо. Ну что, давай, наверное, этого жмякнем. Он как бы тут вообще не вписывается в эту... в это дело. Поставим с тобой, наверное, вот так вот. Как для меня. Это самый оптимальный вариантик. И наверное, вот так вот еще. Немножечко за Руси восстановим. Как вариантик. Все, поехали. Так, горячка сколько? 6 в лицо же наносит, да? Сколько, насколько я помню, да, 6. Этот отдупляется, мы 12 в лицо. И оставляем ему 8 хп. Это мы заберем. Доживем ли мы с тобой до этой супер кукурузы? Вот в чем вопрос, ребят. Медик вышел. Медик вышел, естественно, хиляться. Угу. А здесь еще вот этот. А где же твой тренер-то? Я никак не могу понять. Хотя он должен быть, по идее. По логике вещей, да? Ну, я не знаю. Ну, давай вот. Неохота мне тратить. Поехали так сделаем. Ну, понятное дело, 6 единиц здоровья-то надо восстановить. Как же 5 в лицо-то тут прилетит. Так, ну что, наша ягода прокачивается до 16. То есть достаточно одного удара ему, да, нанести. И, в принципе, все. О-о-о-о-о-о-о. Ну и что ты тут думаешь, ты? Эх, да. Давай так сделаем. Угу. И крокодильчика мы с тобой сюда поставим. Плюс вот так сделаем. Да, в принципе, и хорош. Ой, в принципе, и хорош. Ну, меняет ландшафт. Хорошо. Так, так. И 2 хп у тебя остаются. Сдался. Сдался, ребята. Ну, ладно. Нам нужно еще тогда один поединок выиграть. И, в принципе, все. Но я тебе скажу, что... судя по тому, какие карты у него сейчас были, вот с кем мы сейчас играли, ну, это... не сказать, что такой человек, знающий эту игру. Потому что я раньше тоже так играл. Какую-то отсебятину набираешь, и все. И вот в данный момент это выглядело именно так. Абы что поставить, понимаешь? Абы чтобы было. То есть, если ты играешь, ну, как бы, если ты берешь спортсменов, то будь добр, возьми ты к себе в колоду тренеров. 4 штуки как минимум, они тебе нужны. Такого не было. Так, вот это плохо, что он начал с амфибии. Мне даже здесь, честно сказать, даже ответку ему не кинуть. Понимаешь, плохо. Просто ничего не могу сделать. Но тратить, ну, наверное, придется. Воу-воу. Видишь, что творит? Так что поехали. Допустим. Так, защитка. Защитка. Оставляем. Ну, я думаю, что этих у него там хватает. Этих оболтусов. Ну что, я могу, наверное, только так себе позволить. Съесть, захомячить. М? Отлично. Восстановили с тобой здоровье. Слушай, мне кажется, он уже понял, что у меня отхиливающая команда, и он... и он готов. Готов, друзья мои, что-то сделать. Плохое, вредное, злое. Я, наверное, тоже, да?
Видишь, что творит? Давай вот так сделаем. Кто там у тебя? Ага. Угу. Прибережем. Ну, наверное, пора. Что скажешь? Поехали. На воде это не строй, не ставится штука, да? Давай так сделаем. Не, он может, конечно, сейчас отравить. Если у него есть бочка, он сделает отравление и бомбанет. А, он заморозку делает. Ну, так тоже можно. Можно и на заморозках. Хорошо. Ну, если я вот так вот поставлю. И вот так. Теперь все это дело захиляю. Поехали. Перемещает сюда. Кровожадность сюда. Я понял, ребят. Вопросов нет. Вопросов у меня нет. И шаманство. Окей. Что мне выпадет? О! Нормально. Так, этого в минус. Ну, здесь, конечно, ребят, все очень печально. Что делаем? Этого бомбим. О. Смотрим, ждем. Угу. О, как. Заклинашки, что ли, у тебя там? Я не знаю пока, если честно, что у него там есть. И сюда поставим его. А там посмотрим, что он там делает. Уничтожает растение. Окей. Меняет мне ландшафт. Ну, ландшафт мы с тобой поменяем. Это ему ничего не даст. Погнали, короче. Ага. Ну и сюда вот я поставлю орех. Так, а у меня защиты-то нет. У меня 9 хп, ребят, остается. Так что радоваться тут нечему. Смотри, что творит. Так, ребята, поехали. 2 и 2. Смотрим. Наносит 2 единицы урона. Но мы же выживем, выживем. Дайте хилочку. Блин, да что ты будешь делать-то? Хилка-то где? Вот так вот сделаю. Зачем я так сделал? Скажи-ка мне на милость.
Ох. Ну это пипец, ребят. Это пипец. А знаешь, что я подумал? А почему у меня на моей... Ну как-то вот неудачно, да? Все вроде бы было, а этих не было, которые дают мне по одной единичке отхил. И не надо было мне, наверное, знаете, что делать? Тратить родник. Я его слишком рано... Хотя почему? За счет родника я ему нормально нанес урона. Так что все нормально. Так вот, наверное, лишнее здесь будет. И вот этот тоже. Поехали. Итак, а у меня почему-то всего лишь одно выпало. Не смог я восстановить здоровье. Ну, это куробойщик, скорее всего. Может быть. А может быть и нет. Так, вытаскивает доборы, как всегда, вот эти вот начинаются. Мне, само собой, нечего поставить. Ну, что вот прикажешь делать? Да ничего я пока не буду делать. Видишь, он дополнительную энергию берет. Да, скорее всего, это куробойщик, ребят. Угу. Если я вот так вот сделаю и вот сюда перемещу тебя. О, как. Зомби-астронавта он здесь размещает. Че, будем хиляться, наверное, да? Или как? Интересный расклад. Ладно, я так сделаю. Посмотрим. Заклинаний целая куча у него. Тут базар нет. Начинает тут шаманство делать, бесят своих. Поехали. Так. Так. Ну, понятное дело, этого уничтожаем. Пошли могилочки, да? Пошли у него могилочки. Кто там может быть? Друзья, не знаю, кто там может быть. Давай вот так вот сделаем. О! О, как! Себя? Ты нахапал там очень много этих, да? Так, ну что, мы, наверное, вот сюда поставим. Так. Надо вот этого бомбить, ребят. Не хотел, но надо. Угу, вылез. Поехали. Так. И так. Здесь сделаем вот так. Наносит 2 единицы урона. Допустим. Все? Вот. Вот что я ждал, ребят. Ну, сейчас начнем бомбить прокачкой и все тому подобное. Все, да? Выставил ты там. Так, ставим сюда. Ставим сюда. И делаем вот так вот. Понеслась.
Все? Ох, как хорошо. Так, а здесь кто? Понял. На одну дороже. Утягивает. Козлик. Бамс. Бам. Поехали. Понятно. Эврика, да? Или что там? Зомби выставляешь. Газонокосилка. Все? Давай смотреть. Астронавта зомби размещает. Ну, он, наверное, здесь понимает, что это все это фиаско ему. Хотя не факт. А почему, ребят? Сейчас родничок же выпадет, да? А, нет, защита. Поехали. А, у нас фулл хп, поэтому... Поэтому у нас здоровье не прибавляется. Во как делает. Вот как он делает. Так, ставим сюда. И ставим сюда. Поехали. Ну, теперь, наконец-то, мы можем с тобой воспользоваться вот этим. 10 энергии, ребят, накопили. Ох ты, ох ты, ох ты. Не можем, ребята. Или можем? Можем. Давай, поехали. Жить. Ай, шикарно. Поехали. Бэмс. Угу. Так. Так, еще сейчас урончик ему нанесем. Этот сдох. Ай-яй-яй-яй-яй. Эврику, Эврику, ребята, берет. Ну как же тебе... Случайных подтанцор, ну ты серьезно. Ладно, фиг с ним, пускай будет случайный подтанцор у тебя. Хыч. Такой плевок еще, смачный харчок сделал. Он прекрасно понял, сюда он нанесет урон. И ему крышка. Ну, довольно неплохой был бой. Задание выполняется. Какое-то задание выполнили, не пойму какое. Ну давай еще, надеюсь, последний поединок. 27 ранг, он не за горами. 10 ранга мне дали подсолнух. Ну ладно. Блин, опять бесячество, а? Видишь, у ореха в чем... Да, ребят. Видишь, в чем у нашего ореха проблема? У него нет ранней игры. Постоянно приходится ждать 4, там, 3, 2 вот этих вот прокачки, пока не появятся. Только после этого, когда он включается в игру, конечно, начинает разбор полетов. Ну, например, будь здесь колода, например, на грибах, она бы меня быстрее разнесла бы, да? Чем я бы успел тут себе сделать отхил. Вот и все. Ну что, ребята... Извините, конечно, тут я хотел еще боевку сделать, до 27 ранга прокачаться, а видишь, получилось, что противник последний сдался, и нам на халяву, грубо говоря, достался этот ранг. Думаю, в следующих сериях мы с тобой до 30-очки докачаемся, ну а с 30-очки начнется действительно лютая жизнь, ну, по крайней мере, для меня.
Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.